В иракском Киркуке в субботу 21 человек погиб, около 120 получили ранения в результате трех взрывов. Боевики использовали заминированные автомобили. По данным представителей курдских военизированных формирований, взрывы прогремели вблизи зданий, которые были использованы в качестве наблюдательных пунктов. В этом районе также укрываются жители оккупированных исламистами территорий. В Эрбиле, столице автономной области Иракский Курдистан, в результате взрыва ранения получили 3 человека. В Багдаде 8 человек стали жертвами теракта неподалеку от здания спецслужб. Между тем, американские ВВС в субботу продолжили наносить авиаудары по позициям боевиков Исламского государства. Начиная с 8 августа центральным командованием были нанесены уже 94 удара. Президент Франции Франсуа Олланд в субботу заявил о намерении в ближайшее время организовать международную конференцию по безопасности в Ираке и проблеме борьбы с группировкой Исламское государство.